Перед вами схема экспериментальной установки, с помощью которой определим, как зависит ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока в цепи. Схема содержит катушку с сердечником, реостат R1, реостат R2, гальванометр, реостат R3, которым будем менять силу тока в цепи. Замкнем ключ и сбалансируем сопротивление ветвей цепи. Медленно меняя силу тока, заметим величину отклонения стрелки прибора. Если ток менять быстрее, отклонение стрелки возрастает. При резком изменении тока, замыканием и размыканием ключа, отклонение становится еще больше. Когда ток увеличивается, стрелка отклоняется в одну сторону, когда уменьшается при размыкании ключа – в другую. Уменьшим число витков катушки, включенных в цепь. После этого цепь придется еще раз сбалансировать. Теперь при размыкании и замыкании ключа отклонение стрелки не превышает 3 делений. Разомкнем сердечник катушки. При разомкнутом сердечнике отклонения стрелки едва заметны.